Відкрита трибуна. Чи легко у Кривому Розі купити диплом ПТУ? Легко, потому что сейчас все решают деньги. И без денег никуда. В даний момент купити можна все, але може щось зміниться в наше время. В дальнейшем буде вже видно. А в даний момент можна купити все. Да, очень легко, так как все продаются, и ПТУ не исключение. Ой, ну, наверное, да. Скорее всего. Сейчас просто максимально все оплачивается. Очень много преподавателей, надеюсь, мои это не увидят, берут взятки. Но, скорее всего, что легко очень. Я думаю, да, потому что коррупция как и есть, так и была, но уже меньше стало, так как поменялся президент, вроде идет борьба. Ну, если бы еще поменяли бы вот структуру полицейскую, если бы Авакова сняли бы, было бы еще намного лучше, намного проще было бы. И было бы меньше коррупции, тогда, может, было бы тяжело купить этот диплом. Насколько я знаю, то да, да. Ну, мне много кто предлагал, как бы в этом нема проблем вообще. В нашому Кривому Розі можна взагалі не тільки диплом купити. Відкрита трибуна.